17 краж на 5000 рублей. Следственный комитет завершил расследование уголовного дела о кражах из дачных домов. По данным следствия, мужчина проникал внутрь домов через незапертые двери. Обвиняемый всегда держал при себе фонарь, перчатки, долотой рюкзак, куда складывал похищенное. Покушался в основном на инструменты, технику, продукты питания и алкоголь. Злоумышленник выдал сам себя. В конце марта он ехал на велосипеде без фонарей. Нарушение заметил наряд ГАИ. Обвиняемый попытался скрыться, но вскоре его задержали. Правоохранители обратили внимание на след обуви, который был схож с отпечатками в милицейских ориентировках. Мужчину задержали, обыскали квартиру. Там нашли большую часть украденного.